Организовать нелегальный бизнес не удалось. Наркополицейские задержали 17-летнего юношу, у которого при досмотре была обнаружена крупная партия амфетамина, замаскированная под почтовое отправление. Оперативные мероприятия по задержанию данного человека были проведены совместно с работниками Почты России возле одного из почтовых отделений города. При личном досмотре у молодого человека было обнаружено два почтовых конверта. В конвертах находились более 7 граммов амфетамина. И, как выяснилось, старшеклассник заказал наркотик через интернет и, по всей видимости, планировал заняться преступным бизнесом. При осмотре его квартиры оперативники обнаружили свыше 50 марок, пропитанных психотропным веществом, и высокоточные весы, полученные им ранее по почте. При задержании молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. По факту хранения наркотических средств в особо крупном размере региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело.